Почитатели таланта Евгения Евтушенко по всему миру в эти дни вспоминают поэта. Напомню, он скончался в минувшую субботу, 1 апреля. Сердце поэта остановилось на 85-м году жизни. Соболезнования родным и близким Евгения Александровича выразил губернатор Самарской области. Он отметил, Евгения Александровича смело можно назвать человеком мира. Книги Евтушенко изданы во многих странах планеты и пользуются неизменной любовью истинных ценителей поэзии. С шестидесятником Евтушенко ушла целая эпоха, говорят современники и потомки. Родился он в 1932 году в Иркутской области, выпустил десятки сборников стихов. Ему принадлежит фраза «Поэт в России больше, чем поэт». Эпатажный, дерзкий, несоветский. Евтушенко публикуется в Европе и Америке, попадает в опалу у Хрущева, пробует себя в качестве режиссера, сценариста, актера, обладатель государственных премий. Он в 1991 году уехал жить и работать в США. Но никогда не забывал Россию. Почти каждый год бывал в Самаре на Грушинском фестивале, с читателями беседовал часами, просил учить историю и любить родной язык, свою страну и друг друга. Есть какое-то бывает временное недопонимание и даже вражда между народами, но все равно они где-то, если мы не будем равнодушными к этому, и будем стараться сблизить все народы и не потеряем лучшую мечту, братство человеческое. Мы добьемся этого. Можно всего добиться. Ну, это проблема вашего поколения. Понимаете, для настоящего человека, что бы ни происходило в его стране, нет ничего того, что не относится к нему самому. Быть бессмертным не в силе. Но надежда моя, если будет Россия, значит, буду. Спасибо.